Подозреваемого в поджоге фуры с 20 тоннами школьных тетрадей задержали в Актюбинской области. По данным полиции, мужчину искали больше 2 месяцев. В начале лета в Марктугском районе сгорела грузовая автомашина, груженная тетрадями. Причиной ущерб составил больше 50 миллионов тенге. По данному факту ведется досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В ходе следствия полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель Мартукского района, который из личных неприязненных отношений совершил поджог автомашины и скрылся с места совершения преступления. Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого было установлено и он был задержан.